На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе 21 декабря заложили пассажирское бескоечное судно баржу проекта 2170В для Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Как мы все знаем, завод у нас называется ремонтно-судостроительный, но до сегодняшнего дня строительный работал на нас больше, так сказать, технической деятельности. Я думаю, пришла пора устранить этот пробел.